Три. Всем привет, я Данил, и мы сегодня будем пополнять запасы непитьевой воды в нашей машине, чтобы стекло было чисто. Может, питьевой давай? Пускай машинка попьет. Не питьевой. Не питьевой. Давай. Мастер-класс СТО. О, что ты там ищешь? Что ты там ищешь? Фигню, на которую надо сильно-сильно нажать. Да? Фигню какую-то, на которую сильно нажать? Нашел фигню, на которую сильно надо нажать? Да, это... Красавчик, да? Покажи еще раз. На какую фигню? Вот так вот надо было нажимать, да? Молодец. Автомеханик. Эники-беники, да? Короче, берешь там эники-беники, да, вот, и тогда ты узнаешь. Короче, только через эники-беники надо, можно понять. Давай. А теперь ты снайпер, да? Ой, косой снайпер. Да, вот видишь, водичная машинка пьет уже. Ты автослесарь. Что, все? Ну, а тебе не жалко? Вообще для машины ничего не жалко. Раскидался тут баклажками, слышишь? Попал, да? Немножко. С какого раза? Немножко попал, что и расстраивает. О, оставь половину в расширительный бачок, залезь. Оп. Ты ниндзя, блядь. Куда? Что такое расширительный? Расширительный это вот этот вот на охлаждение. Расширяется, да, который? Ну да. Не? Не льется с пробкой? Нет. Дедик, садись. Делаем умное лицо. А ну покажи свое умное лицо. О, что какое у тебя умное лицо. Все? Все, да? Что, есть? 200 тысяч. Нифига себе, ты что, блядь, мародер или что? Почему я там жизнью рисковал? Кем ты рисковал? Жизнью. Чьей, моей? Да. Ну что там? Так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики, если это не контент для детей. Все, всем пока, до новых встреч.